Привет, моделисты и моделистки, AK с вами. Потихонечку я разбираюсь с этим краном, и вот новый, для меня новый апдейт вышел софта на Z21 App, так? И из-за того, что все новое, я решил попробовать, как с этим работает. И я видел еще вопрос, человек задал, как добавить кнопки. Но я так понимаю, что в App ее нужно просто сделать апдейт. Да, сейчас все покажу. Можно контролировать, соответственно, с крутилки, но с этой app гораздо проще. Звук, конечно, мощный. Ну вот здесь так. Значит, Z21, черная, белая, я думаю, делает то же самое. Я, ребят, обещал, сделаю белую вам. Сделаю ее, открою порт, и все это, я надеюсь, будет работать. Так, теперь. Последнее. Лучше просто uninstall и reinstall новую. Так, потом берете. Нужно найти этот кран. Vehicles, да? Ставите плюс. Locomotive database. Пишите номер артикула, да? Этого локомотива. Ну, не локомотива, а этого крана. Но уже у меня есть. И потом, когда вы сделаете в менюшку, вот он будет сейчас работать. Поменяем направление. Без звучка, ребята, а то там очень жестко. Так, теперь поворачивается башня. Работает еще с крутилкой, ну не крутилкой, с контроллером этим Sony PlayStation. У меня его нет. Не знаю, покупать его, не покупать. Так, то же самое здесь. Тут бум. Назад. Вниз. Вверх. Я надеюсь, это помогло. Вот кто задал вопрос. Будем больше разбираться. Может быть, денежек немножко подзаработаю на инсталляциях. Куплю этот джойстик PlayStation 2. Вам всего наилучшего и успехов. Давай.